школьные годы многие любили четверг, ведь традиционно в этот день в столовой подавали блюда из рыбы. Повара школы номер 18 верны этой традиции. На столе суп картофельный с фрикадельками, пюре с рыбными биточками, квашеная капуста и компот. Чтобы проверить качество питания, столовую посетили родители учеников и депутаты Совета депутатов Александр Васильев и Юлия Ишкова. Они попробовали блюда из школьного меню и оценили качество продуктов. Вы знаете, вот я попробовала, мне понравилось. Очень вкусно. Такой суп вкусный, бульон насыщенный с фрикадельками. Второе вкусное. Наталья Белова уже не раз принимает участие в родительском контроле. В этой школе у нее учатся сын и дочь. Через несколько лет к обучению приступит и самый младший ребенок. Будущая ученица 18-й школы по достоинству оценила питание. Суп мы съели весь. Да, скажи. И даже с удовольствием поели картошку, что на самом деле очень тяжело как бы заставить маленького ребенка есть. Если ребенок съел целую тарелку супа, это показатель, как говорится, очень вкусной и качественной еды. Отметили родители и разнообразие питания. Меню составлено на год. В течение 10 учебных дней блюда не повторяются. В среднем повара 18-й школы за день готовят более 180 порций. Родители приходят, хотят убедиться в качестве продуктов питания и в качестве блюд, которые для их детей приготовили. Но только положительные отзывы, сами убедились, что еда вся полезная, вкусная, аппетитная. Поучаствовать в родительском контроле может каждый. Для этого необходимо записаться через школьный портал или позвонить по телефону классному руководителю или социальному педагогу.